Всем привет, с вами Диметриус, и мы продолжаем проходить игру Batman Arkham City. Итак, в прошлой части у нас уже была, ну, точнее, был новый секрет, и это была одна из первых загадок. Была резня. Боулс приказал всем прикрывать главный вход. Сказал что-то об армии Джокера, рвущейся через ворота. Двое из моих людей шли к выходу, и Фрэнк застрелил их. У них не было ни шанса. Боулс был один? Сначала я так и подумал. Но потом увидел Харли Квинн в окружении заключенных из Блэкгейт. Они просто убивали всех, кого нашли в помещении. У меня не было выбора. Я забежал сюда, запер дверь. Я все видел по каналу безопасности. С ними был кто-то, похожий на комиссара. Боулс мертв. Его услуги их больше не интересовали, и дело продолжили без него. Отлично. Он был подонком. Так, ладно. Нам пока надо покинуть это место, так как здесь больше делать нечего. А у нас уже есть новая загадка. Правда, я думаю, что эту загадку мы решим потом, так как у нас пока нет времени, да и возможности. Итак, мы вошли в новую локацию. И мне кажется, что это самое красивое место в игре. Сейчас вы это увидите. Пока еще рано. Вот и оно. Да. Ну что ж, а мы идем дальше. Так, кто у нас снизу? А снизу у нас охранники, которых еще убить не успели. Ну что ж, это хорошо. Харли говорит, что корабль... Бэтмен, слава богу, ты выбрался. Что там происходит? Нам приказали идти сюда, а потом связь отрубилась. По радио просто играют эту чертову музыку и все. Джокер захватил остров. Это из-за него вы здесь. Как это вышло? Ведь ты здесь и... Нас предал охранник по имени Фрэнк Боулс. Он выпустил Джокера, а тот прикончил его, как только Боулс стал ненужным. Да уж, вот это преданность. Тебе помочь? Нет, ты и твои люди здесь в безопасности. Я вас найду, если понадобится помощь. Да. А помощь нам не помешала бы. Хотя, в принципе, Бэтмен и сам могут справиться. А мы сейчас подберем вот этот трофейчик. Неужели так и задумывалась Ридлер? Так, ладно. Так бежать долго, поэтому я решил взять кратчайший путь. Опа, сигнализация нашего Бэтмобиля. Оракул, отключи защитную систему Бэтмобиля. Я получила сигнал тревоги. Что случилось? Где ты? Я снаружи поместья Архима. Возможно, Харли Квинн включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Аркхеме. Я выслала тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Спасибо, Оракул. Так, ладно. Там сейчас находится наш Бэтмобиль. От него, ну, точнее, у него сработало... сигнализация, скорее всего, кто-то пытается его угнать. Так, там есть два вооруженных противника. Которых нужно подумать, как убить. Может так?
ними покончено. Согласен, это было легко. О, а вот и наши угонщики нашего Бэтмобиля. Давайте же мы их проучим. Все, нашим хулиганам конец. Правда? В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Мне он может пригодиться. Правда, наш Бэтмобиль немного пострадал, но ничего. По крайней мере, сейчас у нас будет новая вещица, которая, кстати, нам еще не раз в этой игре пригодится. А называется она взрывчатый гель. Сейчас я вам продемонстрирую, как он действует. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Допустим, на этот слабый пол. Пойму, куда она увела Гордона. Так, ладно, сейчас мы посмотрим улики, а потом уже взорвем. Это трубка Гордона, подарок от Барбары. Он не мог просто так ее бросить. Джокер на линии. Дикая земля. Любимый табак Гордона. Он умнее, чем кажется. Оставил для меня след. Да, это хорошо. Я нашел трубку. На ней вырезаны инициалы твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Вот так действует этот взрывчатый гель. Так, мне кажется, где-то еще есть загадка. Давайте же посмотрим. Табачной крошки больше не видно. Надо вернуться той же дорогой и взять след. Вернуться мы успеем. Что-то здесь странненько. Да, это решение еще одной загадки. Мы решили загадку, и у нас есть описание новых злодеев. Ну что ж, мы еще успеем их посмотреть, а пока нужно идти. Идем по следу табака. Двери заблокированы. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Стена впереди не очень крепкая. Гремучий гель пробьет ее и откроет новый путь. Это понятно. Все-таки этот взрывной гель очень хорошая штука. При таких обстоятельствах. Еще одна загадка у нас есть, но мы ее решим потом. А впереди у нас еще немало врагов. Может, мы их тоже бесшумно убьем. Я там вижу одного охранника. Давайте с ним поговорим. Бэтмен, что там такое? Психи стекаются к медблоку. Что затеял Джокер? Он постепенно захватывает весь остров. Похоже, медблок его следующая цель. Кто-нибудь выбрался из здания? Один доктор пытался выбраться. Его растерзали и бросили в воду. У бедняги не было шансов. Подожди здесь, я вернусь. Я ухожу, но обещаю вернуться. Если, конечно, тебя эти бандиты не поймают. Есть тревожные сообщения о вторжении летучих мышей в лечебницу Джокера. Позвольте напомнить, что ваш гражданский долг истреблять таких врагов. Они не должны. Так, я бы хотел подумать, как тихо убить этих врагов. Ладно, скорее всего, тихо у меня не получится, поэтому будем действовать вслепую.
Ой, пропустил удар. Но не страшно. Жизни у нас очень много. Территория здесь очищена, кроме этих челюстей, надоедливых уже. Опять ты? Где Гордон? Разве тебе не интересно? Да, он там. Какая трогательная сцена. В переносном смысле. Так, ладно. Здесь нам не пробраться, поэтому действительно поищем другой проход. Куда бы можно было пойти? Давайте думать. О, может сюда? Слава богу, рядом оказался еще один путь. А то так бы мы пройти не смогли. А веселяющий газ Джокера – это очень плохо. Знаете, а пойдемте пока туда, может там что-то интересное есть. Или туда, я уже запутался. Ладно, значит пока сюда. Да. А именно, у нас есть еще один трофей. Так, у нас есть вооруженные враги. Нужно действовать тихо. Я обязан спасти их. Тут так много этих вооруженных врагов. Но вооруженных не просто оружием, а огнестрельным оружием. Так, ладно, как кого сначала будем атаковать? Ладно, пока рисковать я не хочу. Можно взять этого. Не успел его взять. Все равно будем действовать аккуратно. Не успею, не успею. Разве в больницах не должно быть чисто? Пока.
сожалению, сразу трех нам их не прибить. Ой, к сожалению, бесшумно у меня сделать не получилось, так как меня уже заметили. Ну ладно. Только зря потерял время. Ладно, хотя бы так одолел. Так, ладно, возьмем улучшение. Возьмем еще здоровье. Лишнее здоровье никогда не помешает. Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход, вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли. Нужно помочь им. О боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Ян пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Я здесь, Майк. Не дергайся. Так, ладно. Нам нужно спасти трех врачей. Сначала в медблоке. А, ну это есть медблок. Что ж, отправимся. Так, а вот только куда идти? Так, ладно, сориентируемся по карте. Честно говоря, я это место не очень хорошо помню, поэтому извините, дорогие друзья. Возможно, придется побродить немного. Так, ладно, пока пойдемте туда. Да, точно сюда. Значит, я пока вижу два врага, но вооружены они слабо, хотя бы не огнестрельным оружием, как были предыдущие враги. Они нам не помешали. Ладно, давайте поможем нашим друзьям, пока они там могут еще держаться. Так, вся комната заполнена газом Джокера. Ладно, нужно... О, наш враг. А мне почему-то его хочется
вниз спустить. Ладно. Пока не будем его убивать. Пока там комната с газом. Включаем одну вентиляционную систему и бежим в другую. Так, где у нас еще? Ага, вот еще. Комната потихоньку очищается. Да поможем мы тебе, хоть ты и наш враг. Где же еще есть? Забыл. Забыл малость. Так, ладно. Мне тебя жалко, но, к сожалению, нам придется там посмотреть, есть ли она. Да, есть. К сожалению, спасти мы тебя, злодею, не успели. Но ты нам хорошо помог. Первую цель мы сделали, осталось еще две. Медперсоналу все еще нужна помощь. О! Подарок от Джокера. А точнее, это его вредные челюсти. Пойдемте сюда. Проект «Титан» дает нам шанс повысить сопротивляемость организмов подобных повреждений. Первый результат. Бэтмен! Не надо слов. Ты в безопасности. Но это ловушка. Знаю. Но только для меня. А вот и вся ловушка. Правда? Бэтмен такую ловушку ест на завтрак. Я прошу прощения, дорогие друзья, что молчу. Просто нужно немного сосредоточиться, чтобы получилась красивая драка. Не раздувайся от гордости, Бэт. Я тебя пока тренирую. Считай это анонсом гвоздя программы. Сам видишь. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Мы выполнили вторую цель. Спасли второго доктора. А ну-ка, может от решения еще одной загадки? Да. Ты продвигаешься даже хуже, чем я предполагал. Такими темпами тебе меня не одолеть. Завидуй молча, Риддлер. Еще один подарочек от Джокера. И еще нужно отправиться туда. Нет, еще рано сюда идти. Нам нужно спасти еще одного доктора. А точнее, доктора Янг. Мы с ним еще не раз увидимся.
Ну что, побалуемся. Хорошо сказал. Так, доктор Янг держит вооруженные бандиты. Значит, да не сюда. Значит, нужно действовать аккуратно, потому что если они увидят Бэтмена, то они ее просто-напросто убьют. Мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Наш козырь в рукаве. Так, честь я захватил. Давайте уже действовать. Доктор Янг, я спас. Какая-то она страшная. Они говорили так, будто взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. Но это ненадолго. В тот раз я не один месяц изучала дело Джокера. Надзиратель четко дал понять, что я должна вылечить пациента. Плохая пресса испортит ему предвыборную кампанию. Это меньшая из его проблем. Боже, чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают здание. Они охотятся за врачами. Нет проблем. Весь персонал спасен. Вам лучше оставаться здесь. Так. Всех трех докторов мы спасли. Все медики да. Спасены. Пора вернуться к следам Харли Квинн и Гордона. Да, а то мы и так задержались. О, новый противник. Забыл сказать. Его просто так бить не надо, потому что он защищается. Нужно его оглушить плащом. Ну, надеюсь, вы успели посмотреть, как я это сделал. Нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров – зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Кэш, бери доктора Янг. Найди ее записи, а потом укройтесь в безопасном месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Он говорит, он где-то здесь. Надо сосредоточиться. Вот еще парочка вооруженных врагов. Надеюсь, что на этот раз мы их убьем тихо. Нужно все хорошенько рассмотреть. Ненавижу больничную. Фух, успели спрятаться. И остался еще один. С ними покончено. Ну что ж, на этом я пока закончу. Всем спасибо, кто посмотрел эту часть. Надеюсь, что она вам понравилась и помогла в прохождении.
Ставьте лайки, всем удачи и пока.